Сквер в поселке Старый Городок – место, где ежедневно собираются жители разного возраста. Играют в футбол, баскетбол, настольный теннис, гуляют с детьми или просто отдыхают на лавочке у фонтана. Есть детские площадки, которые устраивают и детей, и взрослых. Мы уже не так за ними бегаем, как это положено. Мы видим, что они заняты, значит, они заинтересованы в этом. Они прекрасно отдыхают, а мы за ними наблюдаем. Сквер благоустроили в 2013 году. С того момента проводили исключительно точечный ремонт комплекса по мере возможностей и необходимости. Глава округа Андрей Иванов встретился с инициативной группой и выслушал пожелания местных жителей, которые в основном касались содержания фонтана и ремонта спортивных объектов. 5 июня мы выходим, 2 недели делаем работу. Да, меняем все эти конструкции на новые. Все элементы, которые пришли в негодность, и вот эти резиновые покрытия. Да. На баскетбольной и футбольной площадках нанесут новую разметку и заменят испорченную сетку. Столы для настольного тенниса перекрасят, а трюковые рампы скейт-парка заменят на новые. Замена будет полностью всех фанер. Все это будет заменено и будет обследовано металлические несущие конструкции. Точно так же здесь будет проведен локальный ремонт резинового покрытия. Центральный фонтан почистят и отрегулируют потоки воды. Закрывать всю площадку на время ремонта не планируют. Работы проведут в несколько этапов. Елена Краева, телекомпания «Одинцова».